А сейчас новости среды. Губернатор дал надежду. Глава региона пообещал, что в 16-м микрорайоне в ближайшее время появится горячая вода. Именно этот вопрос одним из первых рассмотрел Сергей Морозов в среду во время рабочего визита в Димитровград. Напомню, что с 20 июня жители улицы Осипенко вынуждены жить без элементарных благ цивилизации. И все это из-за того, что управляющие компании не могут погасить долги перед газовиками. Губернатор Сергей Морозов данную ситуацию взял под личный контроль. И едва прибыв в среду в Димитровград, потребовал скорейшего решения проблемы. Я сегодня подпишу письмо за своей подписью в качестве гарантии губернатора, руководителю управления, который курирует все колонии Санкина. Значит, чтобы он сегодня с 2 часов начал поддавать горячую воду. Но это будет под мою гарантию. Как нам стало известно, в обозначенное губернатором время горячая вода в домах жителей была включена.